Вот, давай, 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 вот ты собак, вот какую хуйню ты сейчас сделал, давайте вот, давайте посмотрим, что за хрень накрепал крыло. Новости из Стерлитамака. Местный трэш-стример Батры Хритько, известный тем, что испражнялся в торт детям и осквернил сироткин диспенсер для мыла, этим утром ограбил фабрику по производству шоколада Шока Кала. Батрых ворвался на фабрику, ослепил всех работников своей лысиной и съел весь шоколад. После этого преступник разгромил офис директора фабрики и вскрыл его сейф. Очевидцы сообщают, что все это преступник совершил ради фирменной кепки Шоко Кала. Также из-за того, что Батры Хритько съел много шоколада, он поправился настолько, что во время своего побега с места преступления он нанес ущерб дорогам Башкортостана на сумму 200 миллионов рублей. Местные органы правоохранения уже объявили Стерлитамакского шоколаде, такое прозвище ему присвоили в интернете, в международный розыск. Если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, пожалуйста, сообщите в полицию, а еще лучше в МОСАД. Срочные новости из Стерлитамака. Даже не буду смотреть, блядь, скотина, как обычно, это нахуй насрала, блядь.